у знаменитого режиссера подрастает двое детей, старшей дочери Егора уже 19 лет. Она появилась в неофициальном браке с Любовью Толкалиной. А сыну Тимура всего 2 года. Его мамой стала Мария Леонова. Кончаловский гордится своими детьми и часто выставляет их снимки в своем блоге. Недавно он поделился с подписчиками снимком, на котором Тимур ловит рыбу. Поклонники режиссера пришли в восторг от внешности и поведения малыша. Они похвалили его сообразительность и отметили схожесть с мамой. Многие подтвердили, что у Кончаловского подрастает настоящий ангелочек. Егор Кончаловский 20 лет состоял в гражданском браке с Любовью Толкалиной. Он не спешил оформлять свой союз официально. До сих пор у пары сохранились достаточно дружеские отношения. Сейчас старшая дочь режиссера уже замужем. Ее снимки часто появляются в блоге отца. Мария отлично выглядит, однако раньше, в 15-летнем возрасте, из-за травмы, был период, когда она изрядно поправилась. Но девушка взяла себя в руки и смогла сбросить лишний вес. О лишних килограммах напоминает лишь растяжки по бокам. Любовь Толкалина, по слухам, сейчас встречается с лондонским музыкантом. Более того, стало известно, что 4 года назад она даже зарегистрировала с ним брак.